дубль 1. Гора называется... Гора называется Коль-де-Жамана. Высота? Высота примерно 2345 метров. Даже так? Даже так. Ресторан называется Ле Мануар. Сейчас мы будем пить горячий шоколад. Угу. А кто-то будет пить безалкогольное пиво. Я не знаю, можно? Безалкогольное? Если у них есть. Да, сейчас спросим. Холодненького, главное, что-нибудь. Да? То есть ты приглашаешь людей сюда? Я приглашаю людей сюда. Ты, главное, не сказал, что это от Монтрё сколько километров? От моря, от воды как бы. От Монтрё примерно километров, может быть, 15. Понятно. Но сюда можно подняться на поезде. Вот. Поезд, кстати, имеет историческую ценность. Так он был сделан еще в 19 веке. Это железная дорога. Зубчатая. Зубчатая железная дорога. Вот. При подъеме вы сможете насладиться панорамными видами Швейцарии. Женевским озером или озером Лиман. И вот вы поднимаетесь, вот такое красивое место. И где шикарный воздух, который не может передать видео. Какой здесь воздух? Ну, мы это сможем передать с помощью того же видео. Да. Куда ты завел меня, Сусанин? Пойдем дальше. Да, видок шикарный, конечно. Вот внизу же Невское озеро. А мы на горе стоим тут. Вот увеличим сейчас домик. Хорошо здесь. Вот здесь буржуины все живут. А нам, простым людям, мы ходим только, да, мы ходим тут, подходим только. Обувь им чистим. Почистили обратно. И то негры отбили работу всю. Вижу. Всех видно. И вот мы подошли издали, чтобы не пропахнуть, хотя они вряд ли пахнут. Розовые свинки тут швейцарские в горах живут. Цель нашего путешествия. Да, в прекрасных условиях. Вон они лежат. Чистые такие. Много их поели, отдыхают сейчас. Чего и я хотел бы к ним лечь. Пристроиться. Пристроиться и отдохнуть технично.
Вот этот вот хороший боров. Сближающий такой. Сочный такой, очень нежный.